А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. Поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ к его, и пьют воду полную чаши, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сем, умножают богатство. И я сказал, так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, что это трудно было в глазах моих. Не вошел я во святилище Божие, и не уразумел конца их. Так, на скользких путях поставил ты их, и не низвергнешь их в пропасть. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от них. Как сновидение по пробуждении, как ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот я был пред тобою. Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог, твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот, удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои во вратах пещеры Сионовой.